Получил вот такое письмо от Анатолия. Интересное письмо. Всегда сомневался в такой посадке. Почву сорвали. Вот это наш человек, да? И в бесплодную яму воткнули. Вот, внимание, смотрите. Сейчас дальше дочитаю. Утонет или засохнет. А рядом двойной слой почвы. Там-то они и будут расти деревья быстрее и крепче. Не утонут. И воздушный режим лучше. Они заглушат посадки. Зато как удобно для отчета. Смотрите. Любуйтесь. Видели, что творится? Вот она, это, прошлое держит за горло нас с вами. Молодец. Вот это молодец, Анатолий. А я привожу пример. Раз уж так, я сразу раз, у меня память избирательная. Вот эту фотографию я делал в бывшем саду. Он заброшен. Примерно четвертая часть мертвых. Мертвые там, где посажены ранетки, в ямке там такие получились, колодцы небольшие. Вот. А в принципе выживали так. Когда пахали, я вначале думал, они специально холмы делали по железу. То есть, ну, железо они делали еще, когда железо только приехал в Саяногорск. А уже туда садили сад. Значит, железо ни при чем. Я восхитился, какие они мудрые. Оказывается, они могут делать на холмах. А потом пригляделся, а они холмы-то и не замечали. Они делали просто, видите как, они планировку сделали, попало на вершину холма, на вершину попало вот сюда, вот как у них, значит сюда. А результат один, часть мертвых, это которые в низинках оказались. Эти живые, но одичали так, что посадив полукультурки, получили вот это вот. Ясно, да? И, друзья, мне осталось немного совсем времени, а я гражданин страны. Я устал уже в стране дураков жить. А их делают специально. Вначале дебильная передача Малышева. Одно яйцо у мужчины должно быть ниже другого. Вот. А теперь представим себе, что у человека они, допустим, на одном уровне. Что он должен делать? Тянуть себя за одно. Ой, не могу. И она же не знает, она человек, который должен бы это знать. А если бы ее приказали бы? Вот когда вот это вот стало нормой, я сейчас, у меня несколько минут есть, я на этом остановлюсь. Хотя и половину не рассказал, что планировал. Вот, ребята, это очень важно. Вот, идет массовая переделка мальчиков, геев или девочек. Массовая. На Западе она приняла такие масштабы, что когда мальчик захотел стать девочкой, и ему предстояло отрезать это самое место, а отец воспротивился, он в тюрьме оказался. А почему? У них уже геи правят страной. А где геи, там подлость, предательство имеется в виду по отношению к стране, потому что, вводя, будучи нормальными людьми внешне, в штанах, брюках, они уничтожат страну 100%. Вот. Только они этого не осознают. Дело в том, что когда они развиваются, мужские половые органы, а они у детей современных не развиваются, начиная с рождения, не развиваются. И у подростков вот, не развивается образ жизни сидячий, теплые трусы, теплое это, даже когда уже снимут с них эти памперсы. Вот. Не развивается, значит, не развивается физическая сила, не развивается ум, не, вот, и страшное будет потомство у них, если оно вообще будет. Вот это вся Европа и Америка, северная. Вот. И будущее у них одно. Кровь, грязь, войны и все, что с этим связано. Это не шутки. Вот. Иногда думаю, может быть, правда теория заговора? Кому-то это надо? Я вот этого не понимаю. Не знать, что яички должны болтаться и быть температура 2-3 градуса ниже, чем температура тела. Это 34, 33, 35. Это как обеспечить? В детском садике, сколько это? Они же там ходят
обязательно трусы, уже не памперсы, а сверху шорты. Ну неужели что-то одно нельзя? Вообще страх, что нас ждет. Это глупость, которая идет с самого верху, потому что этого настолько удобно стало. Ну как можно? Неужели, чтобы Малышева не знает? Ну, допустим, дура-дура. Ну, она же актер в данном случае. Она же не специалист изображает, а актера. Вот. Ну кто-то умный-то должен быть. Вот я на этом хотел закончить. Хотел закончить сегодняшний разговор. Ну, а дальше много чего еще. Дури много, ой, много. Ой, много. Ну, мы еще об этом будем говорить. Главное, я хотя бы до этого дошел. Массовая переделка идет. Массовая. Ну что, друзья, давайте переходим к следующему этапу, который называется «Вопрос-ответы». Сейчас я туда переключаюсь, иду на кухню на 5 минут. Надо немножко успокоиться и прийти в себя.